Из-за снегопада в Перми объявлен день бесплатной парковки. Непогода будет гостить в Прикамье минимум еще сутки. Спасатели просят пересесть с личного на общественный транспорт. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Это новости Верхнекамья, в студии Андрей Фадеев. И вот о чем мы расскажем сегодня. Следы невиданных людей. Рыбаки жалуются, кама нынче не та, рыбы нет, а в лунках плавают отходы. Наша Вера Андреева провела собственное расследование. Ты не понимаешь, что это такое? Видите, белое. Хлопья белые какие-то. Или... В Прикамье пришел трехдневный снегопад. Смогут ли коммунальщики укротить стихию и куда жаловаться, если снега выше крыши? Но погодные условия тоже имеют большое значение. Попутного ветра. В Старом Усолье открылся фестиваль сноукайтинга «Строгановская миля». И начну выпуск с большого народного волнения вокруг Камы. Уже несколько недель в природоохранную прокуратуру поступают жалобы о том, что вода в реке стала горько-соленой. Вера Андреева выехала с рыбаками на лед. Там вот парень проваливался в устье. Ну вот буквально неделю назад, тут даже по буранке невозможно, тут озера воды стояли. А точно не опасно идти на рыбалку? Честно, опасно. Поэтому от рыбаков ни на шаг. У страха глаза велики. Скоро зима заканчивается, а любители зимней рыбалки по сей день скидывают в соцсети фотографии и сообщения о том, что лед на Каме нынче, как слоеный пирог, с большой наледью, коварно тонкий и никак не может хорошенько замерзнуть. Сам вот тут и проваливался. Ну, глубина там 1,5 метра была в этом месте. Ну, вроде рыбачили, а потом пошел, бах, размыло. Наледь страшная. Как такого льда вот, ну нету, чтобы вот как обычно бывает, жесткий, твердый. Деревня Нижние Новинки, минут 40 от Березняков на машине. Сергей Калыкин, который живет здесь и зимой, и летом, ведет нас на Каму, где, по его мнению, зреет настоящая экологическая катастрофа. Родные берега уже 2 года не дают ему покоя. Там вот это, я говорю, как муть такая идет. Воду-то там и пробовали. И грязь, во-первых, налипает на леску, слизь какая-то. Как не переживаем. Летом тут вообще страшно становится купаться. Вот идет какая-то пленка по ветку камы. Это откуда она идет? Потому что начинаешь купаться, ладно, там эта трава, когда гниет, фиг с ней. А когда именно вот идет слизь, она даже бывает зеленоватого цвета. Откуда она? А бывает полосой по каме видно, летом идет вот такая ерунда. Но это ясно, откуда это сверху сбрасывают. Буквально весь последний месяц рыбацкое братство гудит. Вода в Каме стала соленая. Из-за этого лед рыхлый и рыбы нет. Эту тему муссируют и во всех местных группах интернета. Вода соленая уже в поселке Орел, не как в море, но все же мужики пробовали воду, рыбы нет. И итог, опять перемывание костей, только в соцсетях. Люди, очнитесь, надо что-то делать, у нас растут дети и внуки. Так вот почему рыба мертвая подо льдом. Смысла в дискуссиях нет. Никто ничего не изменит. Знакомый проводился под лед на Каме. Вся одежда в соли. Вода соленая. Думайте и решайте сами, рыбачить или нет. И таких сообщений в интернете перевалило за сотню. Масло в огонь подлили и вот эти кадры, которые накануне появились в соцсетях. С помощью квадрокоптера березняковец заснял трубу, через которую в водоем сливается неустановленная жижа. Вообще, вы откуда знаете, что она соленая? Пробовал. Вот буквально недели, 2 недели, наверное, может быть, назад мы там убирал, я последние пастухи, там мелко стало. И с братом там были, да что, он говорит, что-то ребята, говорит, в крещение купались, говорит, вода соленая. Я говорю, ты что, смеешься, что ли? Для смеха. Лунку зачутну. Она не то, что соленая, она горько такой у нее как-то вкус, горько соленоватый, что ли. Я всегда удивился. Удивился еще больше, когда в лунку мы опустили подледную видеокамеру. Если раньше река была чистая, говорят рыбаки, то сегодня на глубине творится нечто необъяснимое. Медузы завелись. От берега уже 100 метров больше, то что я не понимаю, что это такое, видите, белое. Хлопья белые какие-то. Или бело-желтые так. А тут-то глубина уже, я не знаю, 5 метров, больше, наверное, 5 метров глубины. Это... Настораживает? Не то, что настораживает, страшно. Что это такое? Я никогда вот так вот близко не разглядывал, но что-то не того. У рыбаков одна беда. Рыба в Каме перестала ловиться. А чем на самом деле могут грозить сбросы нечистот в одну из крупнейших рек России, которая является важнейшим источником пресной воды, где стоят ГЭС и находятся курортные зоны санаториев. Об этом мы спросили у эксперта. То есть у нас больше
которые обитают наши водные обитатели, они больше приспособлены к пресной воде, то есть к уровню солености, которая есть в реке Каме. И, например, некоторые виды рыбы, они просто могут вымереть. Вообще изменится вся структура биоциноза, то есть и речной состав, и растительность приводная. Но вот если сильно, да, меняется, то либо высыхание, либо соленость. К слову, природоохрана и прокуратура в курсе народных волнений вокруг Камской воды. По их словам, они уже подключили своих специалистов к расследованию. К нам поступали звонки и поступала информация. Сами мониторили средства массовой информации и выявляли информацию. По данному факту природоохранной прокуратурой организована проверка. Соответственно, по результатам проверочных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Коротко, емко и пока не особо понятно. В интересах следствия сотрудники природоохранной прокуратуры не дают больше никакой информации. Но сюда мы еще вернемся, как только будут отобраны пробы и появятся первые результаты. По сути, у природоохранной прокуратуры есть сотни помощников, рыбаки, которые готовы показать все злачные местечки на Каме, от Соликамска до Березняков. Если нужно, даже от берут воду для исследований. А пока продолжают следить за ситуацией на реке. Вера Андреева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. И сегодня стало известно, что из Перми с внеплановой проверкой на Уралкалье выехал Росприроднадзор. Специалисты отберут пробы воды как раз с того места сброса, который с помощью квадрокоптера заснял на видео березняковец. Наша съемочная группа успела опередить экологов. Все подробности расскажем вам в понедельник в вечернем выпуске. Погода в эти дни не шепчет. В Березняки пришла вторая волна снегопада. Видимость местами почти нулевая. В городе машины крадутся по проезжей части. На трассах на каждом шагу ЧП. Об очередной битве со стихией расскажем в следующем сюжете. Дорожные сводки не радуют. Эти фото наша телезрительница Мария сделала на трассе Березняки-Соликамск. Там на дороге огромная пробка, а снег начал валить со вчерашнего вечера. ДТП на каждом шагу и в городе. Спецавтохозяйство снова во всеоружии. Вот что сообщили нам в пресс-службе администрации. На территории города Березняки задействовано 54 единицы техники, в том числе 20 единиц наемной техники. Для обслуживания дорог Усольского района создано два дополнительных участка – Романовский и Усольский. В связи с нехваткой собственной техники заключены договоры на услуги наемной спецтехники для очистки Орлинского и Пыскарского территориальных отделов. Дороги города Усолья и населенных пунктов Усольского района обслуживают 12 единиц снегоуборочной техники. Сотрудники ГИБДД принимают меры по снижению аварийности. Проезд фур в Пермском крае вновь ограничили. В связи с данным снижением мы вам рекомендуем приехать дальше, остановиться на площадке для парковки автомобилей или место где-то позволять, и дождаться благоприятных условий, и поехать дальше. Водителю междугороднего автобуса Олегу Галееву предстоит дорога в Пермь. Мужчина подозревает, она будет долгой. Ведь с сегодняшнего дня на Чусовском мосту ограничивается проезд. Организовано реверсивное движение, максимальная скорость 40 км в час. Вот у нас из-за ремонта моста по Чусовскому ребята приезжали буквально 7-8 часов даже в пути находились. Как бы вот так тяжело, как бы. Но погодные условия тоже имеют большое значение. Люди подходят и спрашивают: вот мы опаздываем на поезд, сделайте что-нибудь. А что сделаешь? Через Чусовской мост перелететь-то невозможно. Так что тем, кто в эти выходные едет в Пермь, профессиональные водители советуют выезжать задолго. Причем безопаснее всего добираться туда на автобусе. Синоптики предсказывают, снегопад продлится и завтра. Евгения Кокшарова, Дмитрий Воронушкин, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Тем временем расширяется география присутствия мобильных репортеров нашей программы. На этот раз к нам обратилась жительница города Кизела, чтобы сообщить о вопиющем безразличии коммунальщиков и органов власти к их проблемам. Подробности в сюжете Дмитрия Сидельцева. Вот это третий этаж. Тут тоже по всем углам трещины. Дом расходится. Автор этого видео – жительница 41-го дома на улице Дружбы народов в городе Кизел Юлия Шабалина. 8 лет назад ее муж получил квартиру в этом доме взамен прежнего аварийного жилья. Пару лет все было хорошо, но затем их жизнь стала невыносимой. А началось все с потопа. 3 года стояла вода у нас в подвале. У нас вот из-за этого все началось. У нас бегали большие крысы. От этой воды, то, что вода стояла в подвале, у нас было куча комаров. Очень много. Просто невозможно было даже летом открыть окошко. Но неприятное соседство с грызунами и насекомыми –
не самое страшное, утверждают жители невезучего дома. Они считают, что длительный поток повредил фундамент, и теперь их жилье разваливается как карточный домик. Обращение в управляющую компанию и письма в прокуратуру результатов не дали. Тут приезжало очень много комиссий. Они что-то постоянно фоткали, они что-то смотрели, они что-то спрашивали у всех. Ну так это уже длится 5 лет. Последний наш шаг был, это вот независимая экспертиза. Они приехали, сказали, что наш дом капитальному ремонту не подлежит. Они начали там вроде бы обещать, что может быть когда-то мы начнем расстилять ваш дом, но только первый этаж, потому что гниют полы на первом этаже. Сейчас вот нам приходят письма с капремонта, что хотят принудительно взыскать с нас деньги, со всего дома. Так мы за что должны платить-то? То, что у нас дом разваливается. Чтобы выяснить, чье бездействие заставляет людей жить в антисанитарных условиях и даже бояться за свою жизнь и жизнь детей, мы направили официальный запрос в Кизиловскую мэрию. А будут следить за продолжением этой истории Дмитрий Сидельцев и новости Верхниками. В Березниках начались встречи граждан с участковыми уполномоченными. Полицейские отчитываются, какая работа была проделана ими за предыдущий год. Кстати, такие мероприятия – отличный повод познакомиться со своим участковым и навести порядок в собственном доме. Вот, естественно, вот эти вот батареи старые, ванны, раковины, вот это выносят, конечно. На участке Розы Займоговой, например, участились кражи, ведь на ее территории много расселяемых домов. Например, злосчастная гостинка Ленина 24. Еще один тревожный пункт в отчете – это неблагополучные семьи, которые участковый навещает регулярно с сотрудниками ПДН. Роза Фарсовна призывает граждан помогать своим участковым и обязательно сообщать, если по соседству живет домашний тиран. Если они видят и слышит, что какое-то насилие совершается у соседей, например, или ребенок часто там плачет, да, кричит, жена там кричит, я не знаю, помощи просит. Естественно, проще отреагировать и сообщить ранее, и мы могли какие-то меры профилактические хотя бы элементарно принять, чтобы не произошло более страшного преступления. Такие встречи, где жители могут задать стражам порядка любые вопросы, с этого года будут проходить во всех районах города. Когда и где будет принимать ваш участковый? График встреч вы можете найти на сайте городской администрации в разделе «Безопасность. Ваш участковый». В полиции просят граждан быть поактивнее. Эта неделя выдалась напряженной для спецслужб. Наши постоянные зрители согласятся, им пришлось несладко. Мы возрождаем нашу рубрику «Итоги недели». Слово Елене Сухановой. В начале этой недели город потрясла серьезная авария на трассе Пермь-Березники. Веселая компания отправилась в сторону краевой столицы на Вазовской 12-й. 17-летний водитель без прав превысил скорость и догнал попутную «Газель». От удара машину развернуло и выбросило на встречку под еще одну грузовую «Газель». Водитель ВАЗа с места ДТП сбежал и вернулся с повинной спустя день. Один из его товарищей скончался в больнице. Два других пассажира ВАЗа, а также водители «Газелей» получили травмы. Несовершеннолетнему горе-водителю теперь грозит до 5 лет колонии. В этот же день стало известно о результатах экспертизы в деле об еще одном не менее громком ДТП. Напомню, 15 ноября прошлого года 24-летний водитель Audi сбил насмерть сразу 3 человек. Авария произошла в Усолье. Водитель также на некоторое время покинул место ДТП, якобы для того, чтобы найти телефон и вызвать помощь. Но, скорее всего, у него были другие мотивы. Как показала экспертиза, водитель Audi не только был пьян, но и находился под кайфом. Дело передано в суд. Мы будем следить за развитием событий. А уже во вторник город вновь вздрогнул. На почту больницы пришло письмо с предупреждением о возможном теракте. Подобные сообщения поступили и в больнице Перми. Людей эвакуировали. На месте работал оперативный штаб. Кинологи с собаками ничего не нашли. Тревога оказалась ложной. Все повторилось накануне и в Березниках, и в Перми. Сейчас шутника ищут спецслужбы. В среду все без исключения жители города переживали за судьбу 5 усольских семей. МРСК «Урала» вышла с иском в суд с требованием снести частные дома, попавшие в охранную зону линии ЛЭП. Березниковский суд принял решение в 3 случаях из 5 и отказал энергетикам в иске, ведь дома построены по закону. По 2 оставшимся домам дела будут рассмотрены позже. Добавила шума на этой неделе змея. Рептилия сбежала из домашнего аквариума и 2 месяца путешествовала по всему 136-му дому, что на Свердлова. Гулёну поймали спасатели и отдали беглянку в забот руки сотрудников станции юных натуралистов. Позже квартирантку вернули хозяйке, а она нашлась очень быстро. Итоги недели подвела Елена Суханова.
Надо утепляться. Сегодня 1 февраля, но весной еще не пахнет. Самые лютые морозы могут ожидать нас впереди, и поэтому в наш город приехала ярмарка головных уборов. Фабричное качество. Отличительная особенность выставки «Тысяча шапок». Производство находится в Новосибирске. Компания «Тысяча шапок РФ». Мы сами производим и сами продаем свою продукцию. За счет этого низкая цена и высокое качество. В ассортименте более 1000 меховых головных уборов по доступной цене. Берет из норки от 4900 рублей. Берет из мутона от 1900 рублей. Праздничное спецпредложение. Утилизация меха. Меняем старую меховую шапку на новую с доплатой. Приобретая товар на выставке «Тысяча шапок», вы получаете гарантию качества, красоты и тепла. Я Ирина Салтыкова. Свой выбор уже сделала. Приходите и вы на выставку «Тысяча шапок», где вы легко подберете себе головной убор. Здесь вы найдете шапочку, о которой мечтали. Приглашаем всех с 1 по 3 февраля в ДК «Металлург», улица Юбилейная, 88. Кстати, хорошие шапки в эти выходные нам понадобятся. Синоптики обещают похолодание до минус 20 градусов. Одеться потеплее стоит особенно тем, кто собирается посетить чемпионат по сноукайтингу «Строгановская миля». Со вчерашнего дня в акватории реки Кама близ Усольского острова в свои паруса ветер ловят около 80 спортсменов со всей России. В эти дни там проходит спортивная часть соревнований, а самые захватывающие гонки и красивейшие показательные выступления ждут гостей Старого Усолья в субботу и воскресенье. Здесь же можно будет и научиться сноукайтингу, а также устроить зимнюю фотосессию. Не обойдется и без исторической реконструкции. За это отвечают участники клуба «Уральские белки». Все выходные для зрителей соревнований будут проходить и музейные мастер-классы от палат Строгановых, дома Брагина и усадьбы князей Голицыных. Фестиваль проходит при поддержке ПАО «Уралкалий». Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news@mail.ru или по телефонам 43 17 11 и 26 28 17. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. Далее вас ждет прогноз погоды. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и хороших вам выходных.